Здоров, всем здоров! Сегодня на обзоре, сравнении iPad'ик за 140 рублей с пятерки. Это Питер. Сегодня 13.01.2001 года. Так сказать, вот такой вот iPad'ик. Я, конечно, с ним маханулся малость. Короче, 140 рублей с пятерки. Новое, что-то новое. Кулинарный бутик. Торговая марка. Итак, у нас рыба карри с брокколи. Из брокколи, рыба в кляре из брокколи, с бургуном и овощами. Так, что-то я не понял немножко. Рыба в кляре из брокколи. Черт, наебалово. С бургуром и овощами. Ну, тут жиры, белки, углеводы. Короче, это диетическое питание. Без сахара, без Е, контроль веса, натуральные витамины. Ну, что обещает продавец, единственное, в чем я действительно лоханулся. То, что я вот это дело не увидел, 420 кал на одну порцию, короче, это ни о чем. По-моему, в доширак, если не ошибаюсь, по-моему, 1000 или 2000 этих кал. Что приятно. Есть вилки и ножи в этом части. Вот у нас вот такой вот штрих. Это у нас изготовитель. Оно еще съедобно, наверное. Наверное, уточним. Что мне понравилось? Ну, картинка понравилась, да? Самое главное, что здесь то же самое. Сейчас я открою, все дело у меня запотело. Открывается. Вот у нас рыбка, действительно рыбка красная. И вот булгур. Ну, короче, плов. Только не плов. Да, кстати, всем скажу, что есть в Яндексе классный рецепт плова в мультиварке. Видео он длится 2 минуты 53 секунды. Но я такое сделал. Единственный недостаток этого рецепта то, что очень долго готовить. И знаете, открыл, прямо запахло рыбой. Был гудчик такой, остренький. Вот из-за перца. Ну, булгур как булгур. Соли, конечно, достаточно, вот это херово. Так, у нас тут вот что. Контроль качества всех этапов. Все дела. Витамины. Состав булгур с овощами. Нормальный состав такой, я вам скажу. Красный сладкий, фасоль, филе, горбуши. А, это горбуши? Вода. Как вы видите, уже... Так сказать, слюнки текут. Вот. Горбуша, вода, крошка сухарная, наглера, мука, вода, меланж, соль, брокколи, масло, шпинат. Предприятие используется горчицей мюсли. Ну, это, короче, для аллергиков. Про горчицу мюсли пишут. Вот такое вот у нас счастье. Угу. Септи... Аппетит Пром, современные услуги. Короче, это реклама. Реклама. Нахождение, Россия, Ленинград, Гатчинский. О, нихера себе, Гатчинский. Улица Армейская. Вот я так понимаю, около этого самого. 2 минуты, ну вот про 2 минуты напиздели. Минуты 3 лучше это все дело греть. А, тоже неплохо. Короче, про булгур я вам описал. Вкусненький. Лука не пожалели. Ну и главное блюдо, блять. Ну, рыба как рыба. Я вообще рыбный купил, потому что другие подобные наборы, они сейчас пятерки появились, были там по 200 грамм. Цена одинаковая, все по 140, но были по 250 грамм, этот 300. Кляр, короче, вкусный. Да. Мне булгур и кляр понравился, очень кляр понравился. Такой солененький, не солененький, в то же время с рыбой. Косточек пока нету. Короче, огонь. Калорийность только маленькая. Но доширака мы добьем. И круассанчиками добьем. Тут у них небольшой косяк выяснился. Как вы видите, горбуша наша со шкурой, это пиздец. Сети.
Ладно. Так, ну что я вам скажу, ребятки. Рыба действительно огонь. Мне нам больше всего понравилось. Булгури понравилось то, что он был остренький, пока там был красный перец. Без перца он фуфло. Вот. Лука вот реально вот дохренища. Не знаю, зачем столько много лука. Лучше бы какой-нибудь соус на него положили какой-то. Я не знаю, остренький какой-нибудь. В принципе, все. Всем спасибо за просмотр. И до новых встреч.